Команда Республиканской федерации тайского бокса приняла участие в 10-м юбилейном международном турнире «Кубок Содружества». Награды оспаривали около 300 спортсменов из 26 регионов страны, а также из Казахстана и Израиля. В течение 3 дней под сводами Нижегородского спорткомплекса «Мещера» звучали сразу 5 языков – русский, казахский, иврит и в качестве объединяющих – английский и тайский. Медали Кубка Содружества разыгрывали в 26 номинациях разных весовых и возрастных категориях. Свое мастерство показали и подопечные профильной Республиканской Федерации. Чувашию представляли 13 спортсменов. По итогам турнира на пьедестал почета сумели подняться 7. Бронза на счету Владимира Данилова, Романа Никитина, Никиты Шашмарина. В шаге от первого места остановились Анатолий Иванов, Денис Красильников, Стас Обрыскин. А вот обладателем титула победителя Кубка Содружества среди мужчин в весовой категории до 81 килограмма стал инженер-программист из нашей республики Денис Павлов. Помимо наград, воспитанник тренерского тандема Александр Осипов Игорь Ильин получил право на звание мастера спорта России по тайскому боксу. Ну, поскольку удалось выиграть на Кубке Чувашии, это как бы мне придало как бы психологический настрой. Я знал, что смогу победить, и ехал только с мыслью о том, чтобы выиграть весь турнир Кубок Содружества.